Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 174 школы. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора, областных министерств здравоохранения и образования на брифинге в пресс-центре издания «Московский комсомолец» в Саратове. По словам экспертов, в этом году эпидемия ОРВИ в области началась на 3 недели раньше, чем в прошлом. Заболеваемость в Саратовской области составляет более 20%. Показатель средний по стране. Врачи и ученые делают все возможное, чтобы снизить распространение вируса инфекции. Так, по городу положительная динамика наблюдается в возрастной группе от 7 до 14 лет. По области пока ситуация остается сложной. Закрыты 174 школы в 18 районах. Также специалисты рассказали о самих вирусах. В Саратовской области зарегистрировано 277 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Из них 253 случая – разновидность гонконгского гриппа. Все заболевшие пациенты, по словам специалистов, не прошли своевременную вакцинацию. Если в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, там в очереди стоят, чтобы привиться, вот тем более у нас бесплатное, у нас огромное количество денег выделяется государством в рамках национального календаря профилактических прививок для того, чтобы привить население. Кто-то там, допустим, хочет привиться, это его право, импортной вакциной он не хочет, там наши прививаться, это его право привиться, хотя эти вакцины особо ничем не отличаются. Это скорее бренд даже, вот в общем-то. Все эти, они содержали те же самые штаммы, все то же самое. Практически наша вакцина, она прекрасная, и она дешевле в 3 раза. В этом году, отметили специалисты, обеспечен большой охват населения вакцинации. В некоторых регионах страны он достиг 60%, а в целом около 40%. В Саратове большая часть жителей прошли процедуру бесплатно еще до начала сезона заболеваемости. А потому распространение инфекции пока удается сдерживать.